Не было лета настоящего, зато пришло лето бабье. О том, какая погода ожидает жителей Чувашии в ближайшие дни, нам рассказали в гидрометеоцентре Чувашии. Тепло и солнечно. То, что жители Чувашии так и не дождались летом, пришло осенью. По мнению синоптиков, радовать такая погода может вплоть до 24 сентября. Но прогноз – дело неблагодарное. В гидрометеоцентре Чувашии не стали заглядывать пока дальше трех дней. В ближайшие трое суток на территории Чувашии сохранится влияние гребня антициклона. Ожидается теплая, сухая погода. Утром в отдельных районах туман. В среду-четверг ветер слабый переменных направлений. В пятницу юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах 5-12 градусов. Днем будет повышаться до 16-22 градусов. По данным сайта «Погода-21», с 17 по 20 сентября могут пройти дожди. Затем опять станет сухо. 21 по 24 сентября станут заключительными днями бабьего лета. А с 25 на смену сухой и теплой погоде придут дожди и существенное похолодание. А в последний день сентября может пойти уже мокрый снег.